Снова здравствуйте. С вами Пятёк Студио, и я Рузу. И мы продолжаем играть во второй Fallout. Для тех, кто пропустил первую серию, там мы вылезали из подземелья и отправились в поход. Пока что мы вооружены только вот этой долбанной острогой. Но вот сейчас в Клемете мы нашли хату, где жил Вик. Разумеется, мы это дело все обыщем, потому что кушать что-то нужно, оружие покупать тоже. Но вот здесь дверь, насколько я помню, нужно взламывать. А нет, странно. Мне казалось, раньше она была заперта. Но вот мы обзавелись нашим первым огнестрелом. Правда, огнестрел так себе, потому что дуло однозарядное. Дамаг не ахти. Ну, то есть, каждый ход придется еще заразу перезаряжать. Что, естественно, далеко не лучший способ кого-нибудь убить. Но, чтобы найти способ получше, есть старый проверенный трюк. Сейчас будем знакомиться с карманами местного населения. То есть, сейчас текущий прогресс имеет смысл записать. Сейчас мы пробуем кого-нибудь обчистить. Да, у этого ни хрена нету. И у этого ни хрена нету. Да. Это, конечно, печально. Потому что их обчистить было бы самое то. Ну, наверняка найдутся еще кто-нибудь. О. Опа, так, не удалось. Значит, почему кража всегда приводит к длительным сейвлоудам? Чем больше предметов за раз украдено, тем больше получается XP, причем нелинейно. То есть 10, 30, 60, 110. Соответственно, как бы нужно старательно красть. Но учитываются только те предметы, которые... Ну, не учитывается количество предметов в стопке, учитывается только их разнообразие. Так, что-то не везет нам с этим перцем. Можно попробовать подойти к нему, крадучись. Так, это третья кнопка. И снова пробовать у него что-нибудь стырить. Ну вот. Опять не удалось. Ладно. Пока писать всю серию по сейфлоудам, это не наш случай. Но, как минимум, нужно понимать, ради чего все это дело происходит. Так. Вот посмотрим, что у него есть. И оценим наше состояние. Во-первых, у него есть куртка за 500 монет. То есть, например, вот эти вот все хвосты, они, насколько я помню, идут по десятке. То есть понятно, что хвостов придется таскать фиговую тучу. Так, стоп, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Столько мне не надо. Так. Что тут еще есть? Фляжки. Внутри мне точно не пригодятся, но толк с них. Они тем более, насколько я помню, ни черта не весят. Оружия у него нету. Пока что нету. Соответственно, в плане оружия ловить тут просто нечего. Так, спортивное искусство, блин. Так,
разговоры про эльфов. Так, ты говорил о сладкой науке, да. Бокс, мужское, траля-ля. Пусть будет. Да. Так, нам по... мы подняли за счет этого навык без боя. Точнее, типа без оружия. Можно сейчас пробовать что-нибудь еще стырить. Хотя лучше сохраниться перед этим. Чтобы потом не повторять одни и те же действия. Воровство тут наше все. Ну да. Опять оно не получилось. Но это говорит только об одном. Нужно прокачиваться. Сейчас пойдем поищем чего-нибудь, где мы сможем набрать экспы. Нужно сделать что-нибудь полезного. Вот что это за придурок? Багмен забирает Муму ночью. Тор испуган. Так, о. За старые знакомые тараканы. Конечно, лучше приходить уже с нормальным пистолетом. Но, с другой стороны, тут можно натырить хвостов, еще чуть денег на этом поднять. Хвосты тяжелые, поэтому тырить их не очень вкусно. Так. А, вот тут еще бригада этих долбанных тараканов. Но придется убивать, что уж делать-то. Не целоваться же с ними, в конце концов. О! Заодно это способ получить экспы. 60 экспы за раз. Ну, неплохо. По мне. Правда, можно еще и умудриться на этом деле больно огрести. Потому что их много все-таки. А убивать нужно всех. Так, и опять промах. Так, ой, сейчас набегут. Ой, сейчас набегут. Да, что-то их тут забралось уже вокруг меня. Три штуки. И они упорно не хотят дохнуть. А вот уже и четвертый набегает. Можно попробовать ружье. На выстрел требуется 5 очков действия. Да. И еще и промазал. А сейчас нас будут наказывать. Так, вот. Скорпы нас еще и траванули. Ну, как видно, тут не очень эффективно в ближнем бою такая пушка. Продолжим убивать их по старинке. Ну вот, кстати, одному из них уже хватило. При этом по квесту нужно перебить всех этих сволочей. О, еще минус один. К слову, то, что мы нашли стимпак, в будущем нам поможет. По крайней мере, мы сможем вылечиться. Эффективнее, чем порошком. Но стимпаки вещь не дешевая. Вот, но лечиться уже нужно. А? Так... Блин, да ты попадать по ним будешь вообще, скотина? Может, этого попробовать убить? 46 и мажет. Старательнейше. О, наконец-то. Так, конец боя. 240 очков опыта. Нам нужно еще около 600. Ну, сейчас этого убьем, нужно будет уже всего 500. Все. Можно пойти получить свою благодарность.
Так. Тут можно еще осмотреть. Вот тут какая-то хибарка. Ну, насколько я помню, ничего того, что могло бы эффективно работать в игре, в ней нету. Здесь, например, есть клешни Скорпиона. Но, вероятно, это недоделанный кусочек квеста. Так, и вяленое мясо тут. Но от него толку тоже примерно никакого. Потому что он там сказал, что багмен, типа, человека-жука, человека-жуков тут не видно было. Ну, кстати, еще есть таких. О, оказывается, уже совсем чуть опыта осталось. Милых вещей, которые здесь есть, можно, например... Так, о, вот он офигел то, что будет с настоящей живой девушкой. Так, ну, за 35 этих самых. Нас слегка оботрет девушка, да. Да, это было неплохо, ты настоящий мужчина. Милота, чё? Также тут есть еще... Вот для чего полезно красться? Это вот я сейчас еще один квест хочу взять. Так, только мне нужно сперва... Сперва нужно дать здоровью восстановиться. Потому что там будет больно. Если сделать что-то неправильно, если нас заметят, то будет больно. Сейчас мы пойдем включать человеку его самогоночку. Забавно. Я так, типа... Так. Вы страдаете от отравления. Ну, судя по всему, на этом действие яда закончилось. Так. Кто-то там отправился в поход, пещеры. Типа... Ну ладно, пока играем там, изображая себе там грёбаного Лаладина, типа, обещаем помочь. Так. Ага. Так. Мое имя Траля-ля, выпивкой, так. Нужно купить, да я хотел бы поторговать, блин. Кэп ядрёньте. Да, вот такая броня стоит уже 1500, даже почти 1700. А я хвосты не стал собирать. Ну и ладно. Не те с них деньги. Так. Так, вот с этим вот так... Вот мужика зовут Виски Боб. Очень хорошее имя. Отражающее суть. Угу. Так. Угу. Маленькой проблемой. Так. Ну и чем? Так. Расскажи подробности. Так. Это квест с ограничением по времени. Типа, если своевременно не заправить самогонный аппарат, то, типа, все пропало, груз снимают, клиент уезжает. Так. Ну, раз так, что ж, пойдем. Тут тусит очень дохрена всяких гекконов. Поэтому лучше всего ходить не спеша. А потом, когда все закончится, можно будет не то что не идти, можно будет тупо драпать на полном ходу. Нашего ружья все равно не хватит для того, чтобы эффективно их убивать. Можно, конечно, копьем чуть-чуть их потыкать. Но, например, золотые гекконы копьем протыкаются очень плохо.
Он сказал, что исключительно плохо. А тут как раз вон там один пасется поблизости. И рядом еще пасется обычный геккон. Так. Отлично. Обычный геккон нас заметил. В принципе, как бы с копья их убивать можно. Но малоэффективно. Эти сволочи, потому что довольно живучи. В дальнейшем мы научимся снимать с них шкуры и продавать, что будет на какое-то время неплохим источником дохода. Хотя, на мой взгляд, кража все равно остается гораздо более эффективным способом. Ну вот, то, о чем я говорил, почему эти гекконы являются большой проблемой. Сейчас нужно посмотреть, у меня еще охилиться мне просто тупо нечем. Что само собой большая проблема? То, что мы сейчас сдохнем. Ну вот мы и сдохли. Отсюда вывод. Не лезьте к гекконам слишком рано. Но квест взят, поэтому нужно делать. Снова переходим в режим крадучести. Каждый раз при заходе на карту они спаунятся рандомно. Но, как видно, там все равно есть какая-то сволочь, которая пасется возле входа в хижину. Хотя, кто знает, может, в этот раз повезет больше. И эта сволочь любезно согласится склеить ласты. Вход был где-то тут. Вот этот вход. Так, опа. Ой, блин, а тут их еще и две сволочи. И мы еще и мажем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все понятно, мы трупы. Большой просто порвет нас сейчас в клочья. А с учетом гениальной меткости моего персонажа, тут просто ловить уже нечего. Мы умрем. Это медицинский факт. Ну, он уже 2 хп осталось. А гекконы нас тупо съели. Дубль 3, если не получится, то остальные дубли я пущу вне записи, чтобы это не было совсем уж диким и адовым занудством. Так, похоже, что сейчас заспавнились чуть, не так близко к дверям. Соответственно, есть шанс дойти куда надо. Ну или вот здесь вот сейчас окажется, что какая-нибудь сволочь заныкалась в самих дверях. Нет, в этот раз она не заныкалась. Так, идем сюда. Тут где-то будут лежать дрова. Так. Сейчас. Инвентарь. Дрова. Так, что-то я не понял. Да блин. А, все. Жидкость теперь прекрасно ощущается. 100 очков опыта. Заодно можно утащить местное бухло, которое тут в небольших количествах лежит. Ничто не мешает это дело потом продать. А саму игру лучше записать, потому что сейчас придется драпать. Я не хочу этих гекконов убивать собственноручно. Пока что, по крайней мере, потому что я прекрасно представляю, что они со мной сделают. Хотя, наверное, имеет смысл
попробовать сперва аккуратно прокрасться, что вон там двое подошли, ну как-то совсем неприлично близко. Ну, будь у меня пистолет, можно было попробовать с ними подраться полноценно. Но без пистолета не хочу. А на пистолет еще нужно заработать. Да-да, этот тоже меня не догоняет. Другое, что там спереди еще одна скотина будет. Но... Может, получу пару синяков. По крайней мере, свалить с карты мне ничто не помешает. Ну да, этот меня не заметил. Я тихонечко сваливаю отсюда нафиг. В Клэмоте есть еще несколько квестов. В частности, в том числе те, которые потребуют более приличного... Так, ага. Более приличного оснащения. Так, о, Дэн, так. Дэн — это другой городишко, такой, можно сказать, город-наркопритон. Ходячие призраки. Угу. Так. Гигантские крысы, пропавшие люди, торговец Вик, ну да, и один из лучших охотников, так. Торговца Вика мы, кстати, найдем в итоге в Дэне. Он там будет проданным в рабство. Из-за того, что не смог починить рацию. Очень хорошая причина для того, чтобы попасть в рабство. Что еще тут портит жизнь немножко, то что у торговцев ни черта нету того, что они продают. То есть нельзя просто подойти и грабануть долбанного торговца. Вынуть все, что у него было, и типа на этом радостно зажить. Ну, в Дэн, я думаю, что мы пойдем уже не сегодня. На этом я буду завершать сегодняшнюю запись, соответственно. Кое-что будет вне записи, в частности, мне нужно кого-нибудь обокрасть, набраться опыта, чуть прокачать персонажа, обзавестись оружием и шмотками поприличнее. Но, как бы, показывать нудную часть процесса, всякий гринд на кражах и тому подобное, я, естественно, не буду. Потому что это, ну, явно не то, что будет вызывать большой интерес. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, если у вас есть пожелания, замечания, там, или вы хотите принять непосредственное участие в судьбе персонажа, то пишите в комментариях, как бы вы хотели видеть продолжение его жизни. Соответственно, эти комментарии будут учтены, наверное. Если только там не будет предложено какой-нибудь жесткой там некропидозоофилии. В общем, всем спасибо, всем пока.